Короче, ребята, 5 февраля 2023 года, хожу с боковым отвалом, задним, с прицепным, ну, грейдер, который, скрейпер вот этот я, и этот. Короче, перебрали следящую тягу, люфт пропал, вот, получается, вот чуть-чуть осталось люфта. Следящую тягу я перебрал. Она вот так крутилась, короче, где гайки затягиваются. Там какой-то дебил на сварку заварил, короче. Так, что я еще по трактору сделал? С газулькой надо, с тягой разобраться. Сиденье поставил от Volkswagen. Вот тут вот, короче, я его родное снял. Получается, здесь приварили мы. Вот здесь вот. И вот здесь, короче, видите, как заварили. То есть оно не двигается, не регулируется. Там механизм сломанный был. Но мы вот так вот решили сделать, поставить. На родные крепления мы приварили, короче, Volkswagen-овскую сидушку. Короче, я с дома взял, у меня была старая шуба искусственная. И это. Старая шуба искусственная. Так как чехлы покупать неохота на государственный трактор. Короче, вот, вот так вот. Я сделал так вот, это вот у меня все смотрится. Так. Температура. На улице тепло. Короче. Ну, люфта реально меньше стало. Вот. А то прям вообще по обороту, аж по целому, короче, получалось. Короче, хожу я на 4-й скорости. На 4-м режиме. На 4-й скорости хожу. Трогаемся. Короче, мне до границы РФ надо пройти.
лампочки поменял. Поменял патроны на лампочках, потому что дело было у них, то, что они плохо светили. Полностью они поотгорали. Там не заизолировано было по-нормальному. Выйду, покажу сзади, как он. Делик как он может. Так. Просто на кировце улететь с трассы, это, блин. Это серьезно, ребята. Рвет и мечет, бежит. Свистун. Свистун. Вот, собственно говоря, край. На, чуть-чуть прижать, видите?
принципе, асфальт есть, видимо. Надо чуть-чуть прижать, короче, навес. Ну, вот так вот он, короче. До Трофимовки доеду. Видите, я вот почти перед самым краем. Да я и есть по самому краю езжу. Если на нем слететь, улететь, будет пиздец, честно сказать вам, ребята. Короче, масло капает чуть-чуть только из-под хомутиков спереди. Спереди вот здесь вот. Ну как из-под хомутиков? Эти надо менять. Делать. Как? Сзади я это делал, подделал. Цилиндры сухие совершенно, не капает ничего. Вот так. Тут тоже видали. Патрубки все вот эти вот. Вот патруба от гидробака идет. Надо менять, видали? В общем, порядок приводить. Коробка не сопливит, просто на нее отсюда капает сверху. Поэтому она вся в масле как бы. Короче, мне надо до Трофима. Как-то так, ребята. До туда дойду, включусь, покажу вам Трофимов. Короче, ребята, доехал я до Трофимовки. На улице ковырялся. Нож отлетел. Нож отлетел, короче. А болтов нету ни хера. Пустил. Вы мне на следующей, вы извините. Не дадут мне на следующей неделе, выходной ни хера. Короче, нож оторвало. Оторвало, не знаю, где он там по дороге валяется, но... Короче, болтов ни хера не было, сюда длинный болт захерачил. Так, вот сюда вот. Туда тоже длинный, но с этим, со шляпкой лемешной. Вообще сюда лемешные болты ставятся. Как фары задние хорошо светят. Вообще супер. Наперед бы еще таких парочек. Цилиндры задние с навески бегут. Двигатель сухой, нигде потека масла нету. Тут появился. Ходит на лыжах. На лыжах двигается. Спортом пацан занимается, звоню, трубку не берет. Акимат, мимо Акимата едет. Дома буду уже.
средняя школа. Магазин на обед закрытый, причем обычно проезжаем, берем что-нибудь там. Зарплату обещают дать, не знаю, что-то резину тянут. Обещают на карточку закинуть. Если завтра дадут, я буду самый счастливый человек в мире. Как-то так. Расчистил перемет, только саму процедуру забыл снять. Как я расчищал, там, короче, получается по бокам. Вот так вот эти. Подъезжает, включусь.